Всем привет, с вами Мирас, и сегодня мы начинаем четвертую серию, четвертый сезон сериала «Приключения деревни». Погнали! Сегодня мы тут сидим с вами. Ну, нет. Пошли тебе покупаем картошку. Она уже созрела. Костный мокал в подвале. А, выходите новое каждое видео. Где я смотрю свои старые, старый канал, старые видео. Видео, то есть, будет, я спешу для вас. Картошка. Поэтому сейчас идут мягкие. Чё, нет, картошку ты не дам, свинья, отвали. Эту картошку не дам, это моя картошка. Моя картошка. Решай проблемы сам. Свинька. Какая свинька. Снова я хочу сделать новую ферму, вот. Большую, вот такую, что такое ферму сделаю. Там эти нам нужны-то. Пшеницу надо, пшено, вот. Вот, пшеница. Нам надо пшеницу, вот, картошку и... морковку. Мы сейчас это сделаем. Нам нужно место для огорода. Такой большой огород нам нужен. О море. Воды. А в нем пристроить еще. А в нем пристроить еще это. Теплицу. Хорошая идея. Сегодня в этой серии с вами
Снова сходим в ад. Нет. Мы сегодня в этой серии сходим с вами, ну, в пещеру, скопаем это. Ну, полезно, скопаем и погнали. Берем кирку алмазную. Так, и... Пожалуй... На мой взгляд, ли я вернусь? Думаю, я пропишу кил, всё. Сейчас, в принципе, возьму вот... Слушай. Возьмём на... Возьмём с вами. Вот. Чёрт, закат солнца, не пофиг. Закат солнца. А, ну раньше я пользовался другим этим. Я раньше пользовался другим записи экрана. С голосом. Там дождь гигабайт жило. Долго, то есть, скружался. Чёрт! Я застыл! Чёрт, я застыл! Я застыл! Фу, в смысле всё хорошо, просто я... Застываю сейчас, ладно, я снова с вами... У меня своя пещера. А, входите обзор по Майнкрафту, я... А... Вы хотите, кстати, летсплей по Террариум? Я для вас пишу летсплей по Террариум. Позже ждете летсплей по Террариум. Он так и состоится. Все. Шли, погнали. Так, начнем выкапывать алмазы. Элис давно уже выкопал уже. Вот здесь я уже все копал уже. И взял уже все ценные. Где тут? Не строю сейчас. Изученные места. Указывает, что-то есть. О, редстоун. Я редстоун нашел, кажется. Первый есть. Бэтмен! Изучаем места. Светим. Что такое? Гвоздь.
спать. Кристаллы. Собираем. Мы все забираем. Сейчас мы все забираем, эти кристаллы. Вау, кристаллы. Кристаллы. Ой, там еще три. Ох, это был. Сейчас я буду. Вау. Все, ладно, пошлите. Ну что с вами еще добавить? Хватит откроем. Спасибо. Спасибо, все, поизучали мы. Слушные места. Я здесь еще не был, посмотрите. Все. Наша цель — эти алмазы. Да, алмазы. Алмазы — наша цель. Самое главное, не было... О, золото! Золото. О, золотишко. Как называется? Читаем. Осколок. Осколок аметистина. Вот ты. Я просто кристалл буду называть. Главное закончится все факела, вот. Алмазы. Что я как-то пройдусь очень просто, проходишь. Вот тебе все приз. Ебать. Охуеть. Вот это... Оп, ебать. Охуеть. Нам нужно туда собраться. Ебани, нам нужно туда собраться. Там очень много этих. Ебани, нам нужно кирка. Да, уже побольше собраться. Да, побольше собраться, да. Сейчас мы еще отберемся, да, я. Вот еще здесь.
пещера большая. Надо еще добывать. Я что? Я был здесь, скажем. Я здесь был. Просто я это не до конца это не изучил. Я не до конца это изучил. Это где-то конца не изучил. Не до конца просто изучил. До конца изучил. Оре! Лазури! Лазуришка! Не нужно её что-то всё лучше. Что это было? Так. Что, давайте поедим. Даже изучать пещеру. Пещера полностью изучена. Здесь на... Давайте еще где-то из неизученные места. Опа, добрый. Я нашел алмазики. Алмазы. Еще одни алмазы. Опа, опа. Еще одни алмазы, конечно. Даже мне на броню хватит алмаза. С этими алмазов охренеть. У меня что-то бурят алмазики, супер. Ай! Мне кажется, не могу я. Пошлите дальше. Все домой, пошлите домой. Найдем мы с вами. Сюда делаем. Пашу подогрел. Пашу. Да. Или вареники. Вареники. Во. Что там мне варишь? Ооо.
забираем, мы все забираем. Собираем, собираем. Мы все это собираем. Собираем, собираем, собираем. Вау, ух ты! Все, пошли домой. Может, сам все скопали на хорошо. Кил. О, вот это приключения были. Супер. Ладно, пошли. Ну, их ценности. Так. Давайте хоть. Можно уголь. Уголь. Наш дерево есть точно. Наш дерево есть. Ладно, так. Пишите. Золото, железо, все. Все. Все, можно тут лишнюю вещь, мусор, то есть. Здесь куча этого дерьма. Сейчас наши мысли мешали. На улицу идем. На улицу. О, хлебушек. Твой кинем мусор. Мусор, мусор. Все, мусор. Мусор. Так. Мусор, все. Смотря. Я не хочу золотой мир делать. Стоп, давайте хоть мы мусор выкинем. Так, не нужно, не нужно, не нужно. Мусор, почитайте, мусор. Так. Нам уже блоки переделать. Так. Сундук оставляем. Пойдем убраться. Черт! А, фух. О нем даже мусор выбрасывать. Нам не нужно, то есть выбрасываем. Сейчас. Так, говно, говно, так мусор. Ну все. Идем. Просто мы соблюдаем меры безопасности.
пожарные меры безопасности. Возможно, если я приеду вот из этого маленького дома, но мне придется, ну мне черт, ой, беда, что закончилось, беда, закончились на палке, все, беда, что-то закончил. Плавили, теперь пошли. Ложим эти в сундуки и будем прощаться. А, давайте мы ростовни, пожалуй, положим в сундуки. Не нужно, все выбрасываем. Боки, блядь. Это на всякий случай, если мы вас ходим, вот. Сейчас мы теперь должен будем сейчас прощаться. Это у нас будет сундук. Давайте на фоне начну.
Если вам понравилось эта серия, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. С вами был нажимайте колокольчик, писать комментарии. С вами был Мирас. Это был конец четвертой серии, четвертого сериала «Приключения Деревенца». С вами был Мирас. Всем удачи и всем пока!